У 72-летней певицы есть свой аккаунт в Instagram, но она редко делится кадрами из семейной жизни, в отличие от супруга-пародиста. Но сегодня, в честь праздника, Алла Борисовна показала, как Гарри и Лиза ходят на занятия по физической подготовке. На видео сын и дочь занимаются физподготовкой в спортзале, ползут на матах с кеглями в руках, словно настоящие солдаты в окопах. Подписала видео примадонна в свойственной ей лаконичной манере «Будь готов, всегда готов». Несмотря на то, что дети Пугачева и Галкина пользуются большой любовью поклонников, это видео вызвало неоднозначную реакцию. Так известный актер Евгений Миронов, который, кстати, тоже воспитывает сына, оставил комментарий: «Жутковато смотрится». Под этой репликой разгорелась целая дискуссия. Одни поддержали актера, отметив, что рано еще приучать детей к военным играм. Зачем это детям? Я тоже не совсем поняла, даже если это кегли, зачем имитировать военную обстановку, пишут неравнодушные. Были и те, кто считает, что ничего страшного в происходящем нет. Дети испокон веков играли в войнушку, в ковбоев и индейцев.